Привет, друзья! Я снова рад видеть вас на своем канале, ведь в этом видео вы увидите множество необычных и интересных товаров. Ну и конечно, для вас я проведу крутой конкурс, условия которого узнаете только после того, как досмотрите видео до конца. Победитель получит вот эту крутую светящуюся маску, так что ставь лайк и скорее погнали смотреть подборку. Такой товар понадобится всем любителям перекусить или просто что-то похрустеть. Это диспенсер для разных вкусняшек. Отличная замена вместо неудобных, шуршащих маленьких пачек с конфетами и орешками. Удобная вещь, которая облегчит процесс поедания, ведь вы можете засыпать ваши любимые сладости или даже перемешивать несколько видов сразу. Емкость до 2 литров, выполнена из экологического пластика. Идеально подойдет для кухни и гостиной. Цена такого товара $33. Да и кстати, друзья, давно хотел с вами поделиться, как я экономлю на любой покупке от 3 до 50% в зависимости от магазина, в котором вы покупаете товар. Это очень удобно, ведь всего за пару месяцев можно неплохо сэкономить и на эти же деньги заказать еще несколько товаров. Либо вывести деньги на телефон, электронный кошелек или на карту банка. Это действительно удобный и проверенный способ экономить. Но если вы пользователь известных браузеров, для вас доступно расширение, которое можно легко установить и не переплачивать. Ссылку на сервис ищите в описании. Перед вами неоновый браслет, который светится самостоятельно, без каких-либо источников питания. Светящийся браслет можно использовать где угодно и когда угодно. Для того, чтобы браслет начал гореть, его необходимо согнуть, встряхнуть или ударить, после чего внутри аксессуара начнет происходить химическая реакция, из-за которой он загорается ярким неоновым светом. Его свечение продолжается до 12 часов. Свечение заметно на расстоянии 50-70 метров. Цена светящихся палочек за 50 штук – $6.50. Отличное изобретение современности – соединение металла и шерсти. Подходит не только для очистки и полировки металла, но и использует данное изделие как фейерверк. Для этого необходимо в специальный венчик, который идет в комплекте, поместить металлическую вату и закрепить венчик на гибком металлическом проводе, который позволит вращать его по всей оси. Затем поджигаем шерсть и вращаем. Все это можно заснять на камеру или продемонстрировать как выступление. Очень ярко горит и дает много искр, напоминая бенгальские огни. Цена всего набора $7. Если вы живете всегда на позитиве и любите подшутить над своими друзьями или коллегами по работе, то эта чашка может вам понравиться. Надпись на чашке гласит «Хорошего дня», но как только вы поднимете чашку, чтобы сделать глоток, люди увидят на нижней части кружки белый принт в виде среднего пальца. Такая забавная вещь добавит позитива в вашем коллективе. Цена кружки $9. Лампа представляет собой многофункциональный ночник, который предлагает различные настройки яркости и выбора различных режимов освещения, помогающие уснуть или расслабиться после тяжелого дня. Управление лампой может осуществляться с помощью сенсорной панели, расположенной на верхней части светильника, или с помощью смартфона. При этом в лампе предусмотрена интеграция с умным домом, который может как включать, так и отключать лампу в удобное для вас время. К примеру, когда вы уходите из комнаты на длительное время. Цена $53. Хватит скучной клавиатуры, пора бы приобрести что-то интересное. Это флуоресцентные русские наклейки на клавиатуру на белой непрозрачной основе, которые не дадут вам заскучать и позволят работать даже в темноте. Основа наклеек – супертехнологичная пленка, которую используют для внешней рекламы и покрытия автомобилей. От постоянного использования буквы не стираются, благодаря специальной краске и дополнительному слою пленки. Цена наклеек – $1. Если вы боретесь с бессонницей и усталостью, то этот ночник-увлажнитель отлично вам в этом поможет. Тихий портативный ультразвуковой увлажнитель воздуха сохраняет ваше жилое пространство чистым и увлажненным. Присутствует возможность автоматически изменять освещение лампы до 16 цветов. Емкость на 10 мл позволяет легко очищать воздух в течение 5 часов работы увлажнителя. Цена $32.
В детском саду, школе, внешкольном учреждении непременно следует использовать магнитные конструкторы. Такое занятие развивает пространственное мышление и мелкую моторику. Попробуйте и вы испытать свое мастерство дизайнера и скульптора. Создайте композицию из кубических магнитов, например, в виде башни или пирамиды. Набор магнитов для творчества – отличный подарок ребенку и взрослому. Цена на AliExpress – $15. Необычные светодиодные накладки для обуви используются для повышения личной безопасности во время занятий спортом в ночное время. Будь то велоспорт, бег или прогулка в темное время суток, вас будет хорошо видно и вы всегда будете заметны на любом участке дороги. Удобно крепится на заднюю часть вашей обуви. Имеет два режима – постоянное свечение и мигание. Доступен в 6 цветах. Цена немного меньше $4. Очередное полезное устройство для дома и работы – электрическая смарт-отвертка. Изящный и стильный дизайн в форме ручки. Алюминиевый корпус, 18 разных насадок, ручной и автоматический режим управления, а также встроенный LED-фонарик. Смарт-отвертка реализована в анодированном алюминиевом корпусе, встроенным LED-фонариком, который обеспечит полноценное освещение рабочей зоны. Теперь закрутить мелкие шурупы и винты – не проблема. Цена на AliExpress – $30. Все популярнее в 21 веке становятся костюмированные вечеринки и маскарады. И, конечно, популярными становятся те, кто удивляет самыми необычными костюмами и прикидами. Эти светящиеся маски отлично подойдут для таких мероприятий. В темноте вы точно будете привлекать внимание. Широкий выбор масок в 10 цветах, а работает от двух пальчиков и батареек, которые легко заменить. Цена на AliExpress от $10. Наверняка все дети мечтают о том, чтобы у них был радиоуправляемый самолет. Теперь это намного доступнее, чем раньше. Данная версия самолета имеет встроенную литиевую батарею, которой нужно всего 30-40 минут для полной зарядки. Диапазон радиосигнала 80 метров. Легкость и гибкость конструкции позволяет сохранять элегантность полета и уберегает от повреждений в случае падений. Доступен в 3 разных цветах. Цена на AliExpress – $29. Любители попкорна часто сталкиваются с проблемой, в чем приготовить этот шедевр, ведь все знают, как сложно отмывать от масла микроволновку. Так что в помощь вам данное чудесное изобретение из пищевого силикона, которое значительно облегчает процесс приготовления и даже одновременно служит посудиной для сервировки. Теперь ничто не помешает насладиться любимой кукурузой. Цена на AliExpress – $7.50. С моментом появления и широкого распространения технологий, когда у обычного пользователя есть 2-3 гаджета, начинают возникать вопросы, почему так мало розеток и как их успеть зарядить быстрее. Именно для этого и придумали зарядное устройство с двумя выходами USB. Также он имеет встроенный дисплей, на котором вы сможете следить за напряжением и процессом зарядки. Выход 5 Вт на 2,4 ампера. Совместим с большинством современных устройств. Блок доступен в белом и черном цвете. Цена на AliExpress всего $7. Имея хороший смартфон, необходимо позаботиться о его безопасности, особенно когда речь идет о дисплее. Ультратонкое стекло для iPhone 10 сохранит экран от повреждений и царапин. При этом из-за своей тонкости не изменит тактильных ощущений, усилит прочность дисплея в 2 раза, также придаст 3D эффект экрану. Цена на AliExpress $4. Шведский дизайн в стиле IKEA придаст стильности, а необычная задумка популярности данному ночнику, который представляет из себя белую основу с 3 пьедесталами и 3 портативными шарами, которые выступают в роли ламп. Данные шары можно легко доставать со стоек и давать играть детям. Например, их необычным свойством является непроизвольное свечение в течение 30 минут. Шары умеют менять свой окрас в 7 разных цветов. Цена удивительного ночника – $40. Если вы фанат футбола, тогда этот товар вас точно заинтересует, ведь теперь вы можете приобрести фигурку вашего любимого футболиста. Статуэтка имеет небольшие размеры – 7 см высота и 2,5 см диаметр, что позволит поместить ее в офис, на рабочий стол или в автомобиль. Фигурки выполнены с увеличенной и подвижной головой. Цена фигурок на AliExpress – $1.50.
Если хотите наглядно представить законы физики вашим детям или просто поставить что-то на рабочий стол, то эта игрушка будет вам по душе. Парящий орел кажется волшебным, ведь держится исключительно на своем клюве. Фигурку можно раскручивать, крутить по кругу, и она не упадет. Умеет держаться на кончике пальца и вообще на любом предмете, где можно зацепиться клювом. Можно ставить на край стола, угол монитора и вообще насколько вам хватит фантазии, и птица будет держаться. Именно поэтому эта игрушка приобрела сумасшедшую популярность у детей. Цена на AliExpress всего 1 доллар. Холодной зимой и ветреной осенью необходимо беречь свои губы от высыхания и обветривания. Для этого нужно запастись самым обычным защитным бальзамом для губ. Имеет оригинальную упаковку в виде бутылочки. Удобно носить в кармане или сумке. Это один из легких способов научить детей ухаживать за своими губами в морозное время. Цена гигиенической помады в крутой упаковке – 50 центов. Вы любитель свечей или просто обожаете красивые оригинальные вещи, которых нет ни у кого? Тогда данная свеча ручной работы вам непременно понравится. С ней вы сможете украсить любую полку. Изготовлена в форме кошки и имеет геометрическую форму. Пока свеча горит, изнутри будет проступать кошачий металлический скелет, что добавляет продуманности и утонченности данному произведению. Высота свечи 16,5 см. Стоимость 28 долларов. Принимай участие в конкурсе и выигрывай вот такую светящуюся маску. Согласитесь, выглядит круто. Условия очень простые. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на канал, поставить лайк под видео, написать положительный комментарий. Также для большего везения нажми на знак колокольчика. Видео с выбором победителя будет в группе ВКонтакте, как только это видео наберет 300 лайков. А чтобы видео быстрее набрало нужное количество лайков, не забудь показать эту подборку своим друзьям. Участвуй, победителем можешь стать именно ты. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. А также смотрите мои предыдущие ролики. Всем пока и хорошего настроения!